встречаем наших замечательных молодых постоять вот на этом расписном рушнике. Он действительно очень красив. Вперед с песней за праздничный стол, как и все молодые, пожалуйста. На красавца грустные глаза дичат. Горько-горько всем девчонкам отчаянно. Пьют шампанское вино до утра. Всем девчонкам красавица из-под носа увела паренька. Наверное, каждый пожелает нашим молодым счастья, потому что счастье – это составляющая, ну, без которой не обходится ни одна семейная жизнь, ни одна семья. И мне хочется пожелать нашим молодым, чтобы их птица счастья никогда не покидала их гнездо и была всегда рядом с ними. Песня, которая посвящается им и вам, как называется, «Птица счастья». Все, кто знает, могут мне помогать. И я прилетела, привез меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Сколько в звездном небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Листы бумаги нашим свидетелям. Вы сегодня будете в качестве держалок у нас. Выходите сюда. Главное, чтобы было понятно, что написала у нас Катя. Итак, Тёма, тебе придется заниматься сборкой, готовкой, влажкой белья. Ну-ка попробуй, попробуй, попробуй. Да, нет, нет, ну, нужно побольше. Ты попал, муж! Давай еще раз. Я за тобой больше. Браво! Так! Есть у тебя верных 100 друзей. О-о-о. Эй, ты слышишь наш 101-й друг? О-о-о. Есть у нас надежный сотни рук. О-о-о. Первое ваше задание. Вручаю. Да, это вот руками, вот это. Студию залетает мух, попадает в рот. Как вы выкрутитесь? Главное четко сказать все, что у вас есть. Поэтому сегодня в роли мухи у нас окажется вот это чупа-чупс. Для телезрителей специально показывая, вижу в поле холм с кулями, выйду на холм, куль поправлю, куль поправишь, куль возьмешь. Все. Это я. Вижу в поле холм с кулями, выйду на холм, куль. Поправь! Ну-ка, ворот, быстро. Поправь, куль возьмёшь. Молодец, хорошо. Куль нахуй, куль поправь, куль поправь, куль возьмёшь. Нет, меж зубов не надо вот так очень глубоко. Выйду в поле, хол, с кулями. Быстро. Выйду нахуй. Так безумно начавшись, как секунда промчавшись, разорвав облака. Для всех гостей хочу сказать, что этот торт был создан по уникальной нанотехнологии, которая запатентована в школе Сколково, бизнес-школа такая есть. Так вот, здесь используется уникальный крем, уникальные ингредиенты, которые сами знают, что делать в вашем организме. Либо худеть, либо полнеть. Поэтому, если вы хотите пополнеть, то вы пополнеете от каждого кусочка на 5 кило. Если хотите похудеть, то похудеете на 5 кило. Поэтому главное не увлекаться, потому что кто знает, что там нанотехнологии какие, правильно? Поэтому режьте сейчас этот торт, пожалуйста.